Ребята, тема видео такова. Если вы выпили коньяк или водки, обязательно контролируйте, шел ли дождь, прежде чем заводить с толкача автомобиль с глиняной горки. Вот. Иначе смотрите продолжение, что из этого получается. Пьяный Юра чудит. Смотрите, что тут происходит. А, он до меня даже не доедет. Какого хрена он сюда спустился? Дожди шли. Глина, подъем. А нет, насрать. Если вариант оттуда сошло. Если вариант, может, тут сюда на шлачок. Не-не, убивает дифференциал. Синь качмо. Это единственный вариант. Да, серьезно. Юра, ну его нафиг. Сейчас вообще туда в посадку уедешь. В посадку уедешь, не надо ехать туда. Тебе от силы попытаться сейчас под Андрюхин гараж загнать вот туда. И хай она там стоит. И что дальше? Ну нечего было дальше сюда спускаться. Юра, ну вылазь. Вылазь, сейчас Андрюха он трезвый сядет. А развернулся, перед этим можно вылететь, блядь. А ее видишь, она он совывается сразу. Она он даже трогать не может. Не, Андрюха, ты не туда начал крутить. Бля, ее бля, совывают ее тут. Ну сунь, пиздец. Че, резина лысоватая, бля. Как лысоватая? Зимняя. Зимняя? Да. Да, ровно. А тебе надо, Андрюха, чуть-чуть ее, чтоб дерево в ней прижало ее. О, о! Вот давай, 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 давай. Чуть право. Охуеть. А ну, Андрюха, подожди с тобой. Давай, а тут же этот, мы упремся. Хотя бы туда ее, загони на песок. Давай, 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 сильно не круги, выкручивай, чуть назад. Вот тут бы она, я предложил бы, чтобы она и стояла. Ты сейчас не выйдешь. Сейчас не выйдешь отсюда вообще. Никак выйдет. Не. А, блядь, а что, вот как он работал, блядь. Текайте оттуда. Она ехать не хочет. Стоп! А, все. Хорош! Стоп! Стой так пока! А? Стой, стой, стой! Блять, трос! Да стой, стой! Стой, никуда не едь! Я на трос наехал! Я видел! Ну ладно, вот это. Оп! Оп! Ну что, ты в яму не будешь после дождя больше спускаться? Иди в баню! В яму не будешь больше спускаться после дождя? В смысле, блядь? Умник! Дождь, что? Ты поехал? А ты что, не видел целый день? Ну, не видел. Забыл. За коньяком некогда было? Я тебе, блядь, дам. Передай привет всему Ютубу. Я тебе, блядь, передам. Передай привет. Да задолбал ты, блядь. А ну подни его. Да я шучу. Хорошо, есть помощники и машина на ходу, которая и вообще здравомыслящие люди. Да, Юра? Да? Я тебе дам. О, он согласен.